Тюмени стартовал образовательный проект «Грамотный потребитель услуг ЖКХ». Раз в неделю все желающие могут посетить двухчасовую лекцию, на которой профессора расскажут о специфике отрасли. Уроки проводятся бесплатно в архитектурно-строительном университете. Первые занятия посетили более 150 человек. Прежде всего, это взаимоотношения с управляющей компанией. Это, наверное, одна из самых больших категорий, по которым больше задают вопросов. Мы планируем 36 занятий. Вот одно состоялось, сегодня уже второе. До конца года, да, до 19-го у нас последнее планируется занятие, потом такой небольшой зачет, скажем так, по итогам которого будут выданы сертификаты.